Гипермаркет «Глобус» при содействии Общероссийского народного фронта и волонтеров благотворительного фонда «Рождественская звезда» передал более 4000 полуторалитровых бутылок воды Щелковской областной больнице. От лица администрации Щелковской областной больницы еще раз хочу выразить благодарность всем тем, кто нам оказал гуманитарную помощь в обеспечении водой наших пациентов, так как питьевой режим, соблюдение питьевого режима является неотъемлемой частью в лечебном процессе больных с новой коронавирусной инфекцией. Благотворительная помощь также была оказана подстанции скорой помощи городского округа Щелково. Туда был передан необходимый хозяйственный инвентарь. Все самое необходимое, то, что им сейчас надо для работы. Это и лопаты, и скребки, и чайники, и перчатки, то есть и всевозможные там, тетрадки, все, что они просили. Работники скорой помощи были очень признательны за оказанную им помощь, ведь данные предметы всегда крайне необходимы в хозяйстве. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.